типы первых и одиннадцатых классов в школе. Приятного просмотра! Так, дети, открываем тетради, записываем дата, классная работа. Ой, извините за опоздание, можно войти? Так, я не поняла, шутейка Удановский. Это что такое? Мне маме позвонить? Нет, не надо, маме, прошу. Давай, пожалуйста, мы больше так не будем. Честно-честно. Так, ничего не знаю, дневники на парту, доски отвечать. Живо. Да, хорошо. И еще, если будет хоть одно опоздание у вас, пойдете у меня бегом к директору. Поняли? Да, поняли. Так, кто мне скажет, что такое трехчлен? Не знаете? Всем два! Тук-тук, можно зайти? Я не поняла, вы что, совсем обнаглели? Это значит можно? Нет, это значит нельзя! А, нельзя? Ну супер! Замечательно! До свидания! А хотя знаете все, я увольняюсь! Так, ребятки... У вас сегодня будет небольшой тестик по математике. Все свои игрушки, телефончики прячем. Увижу у кого-то шпаргалку, сразу к директору. Блин, я ничего не понимаю. Так, а что там у нее в тетрадочке? Ничего себе она умная. Так, спешу быстренько, пока не видит. Эй, ты офигел, сам думай. Тебе что, жалко? Самому надо было учить дома. Ой, блин, жадина, ну не надо. Так, надо попробовать еще раз осторожнее. Так, все, Марина Ивановна, а шутейка у меня списывает. Шутейка. Работу сдаем быстро и к директору. А я ведь всех предупреждала. Так, сегодня у вас важная итоговая контрольная. Увижу хоть один телефон, вам не поздоровится. В общем, все, я все сказала. Боже, жесть, ты что-нибудь понимаешь? Да, надо было учить. Ой, какие мы душные. Ладно, и без тебя сам как-нибудь справлюсь. Так, где мой там телефончик? Так. О, ответы, ура! Так, не дай бог, кто-то списывает, всех на указку посажу. Марина Ивановна, шутейка спит. Что такое? Вы что-то слышали? Я тоже ничего. Так, шутейка, пишите контрольную молча. Да-да, извините. О, боже, что это? Как это можно есть? Меня даже собака лучше ест. Да это даже собакам страшно дать. Боже, за что мне эти дети? Да, трэш. Давай какой-нибудь собаке уличной отдадим и все. Давай. Мария Ивановна, не хотите нашу еду скушать? Хотите? Нет, все, я точно увольняюсь. Ого, ничего себе, сегодня котлетка с пюрешкой. Ну прям куш. Ребята, котлету не буду, кто хочет. Мне. Нет, мне. Нет, мне. Нет, мне. Нет, я сказал мне. Нет, мне. Да, трэш. Так, шутейка Удановский, что там у вас для разговора? А ну-ка кушайте быстро. Вы на урок сейчас опоздаете. Короче, вот вам котлета, делите, а вы уже сами тут разбирайтесь. Это моя котлета, нет, моя. Я мило кусаю шоколадку. Нет. Ну ладно. Ой, а что это? Это что, пожар? Так, спокойно. Это учебная тревога, не переживаем. Так, продолжаем работать дальше. Ну блин, жаль. А я-то думала, наконец-то вся школа сгорит. Блин, ну куда там уже звонок-то? Чё, опять котлета в столовке сгорела? Это учебная, продолжаем. А чего дымом пахнет? Да это учебный дым просто, ну. Так, где мой телефон? Найдите мне его. Я без телефона и пойду, всё. Мы горим, ребят. Так, я поставила вам оценочки за наш небольшой тестик. Можете открыть ваши тетрадочки и посмотреть. Сколько? 4! Боже, какой я тупой, господи! А мне 5! Мяу! Так, Крысова 5, Иванова 3, Шудейка 2. О, 8-я за неделю, на рекорд идем! Удановский 5! А мне снова 5! Ты неудачник! Ничего жизнь не учит! Трэш! Ой, как вкусно. Ага. Сосиска в тесте топ. Ой, звонок. Так, все, на следующей перемене доедим, все. Да, то эта Грымза сама нас вместе с этой сосиской съест. Да не, она сама нас просто как сосиску в свое тесто запихнет. Так, все-таки, что же такое трехчлен? Опять не знаете? Нет, я точно когда-нибудь уволюсь с этой школы. Ой.
Я такой вкусный супчик нам принес. Пальчики оближешь будешь? Ну, конечно. Ой, так, держи. Ой, у вас тут супчик, а может и мне? Ты мне домашку не дала списать, крыса. Ну, пожалуйста. Ладно, держи. Ой. Последняя парта, я вам не мешаю. Очень мешаешь, выйди отсюда. Ну все, я больше не могу это терпеть. Я увольняюсь, все. Сколько раз она уже это сказала? Не знаю, но каждый раз говорит, что уволится. Вот иностранная, да, трэш. Смотри, какие у меня карандаши классные. С фиксиками, завиды. Зато у тебя нету стирки в виде смайликов. Зато у меня есть стирка в виде пингвинчика, понял? Зато у меня есть тетрадь в виде машинки. Но зато у меня есть тетрадь с авокадиком, понял? Фу, твоя тетрадь кринж. Что ты сказал? Так, ждите, все поняли? Сказал? Так, последняя парта. Что там у вас происходит? Я сейчас твои стирки и карандаши знаешь куда засуну? Куда же? Алло, психушка, срочно приезжайте. Есть пациентик для вас. Так, все, продолжаем. Эй, у тебя есть тетрадку мне одолжить? Не, сори, у меня самого одна тетрадь по всем предметам. Она у меня уже Вторую мировую пережила. Блин, а может у тебя есть хотя бы карандаш или линейка? Ща. Во, нашел. Он у меня еще с 5 класса сохранился. Ну, от линейки сохранилась только одна часть, подойдет? Ага, супер, спасибо. Так, детки, сколько будет 2 плюс 2? 5? Какое 5? Так. Давайте попробуем по пальчикам посчитать, хорошо? Сколько пальчиков показывают? 4. 4. Правильно. Вышли из лодки пирожочки. Так бы и скушала вас. Ладно, шучу. Ну не точно. Так, ребятки, давайте с вами решим элементарный пример. А умножен на y в n степени, делим на b, умножен на c, y в второй степени, делим на a, b, c, y, умножен на y, умножен на a, b, c, y, умножен на a, b, y, a, b, y, c. Все понятно? А я извиняюсь, а где, собственно, тут цифры? Мы вроде на математике, а не на русском. Поздравляю, вы самый тупой класс. Трэш. Так, рубашечка. Угу. И брючки. Ага. Ага. Все, я готов. Ой, какой ты у меня красивенький. Жаль, приемный. Жаль, что? Ой, ничего. Говорю, красивый какой ты у меня. Так, ладно, все, давай, иди в школу. Ой, что бы сегодня надеть? О! Так, ой, вроде пахнет норм. Ой, ну сойдет. Ой, я не поняла, ты в какую бомжатню в таком виде собрался? Ой, да лучше в бомжатню, но, к сожалению, в школу. В школу в таком виде? Кошмар. Все, держите меня семеро. Мда, трэш. Так, все, равняясь. Смирно. Так, шутейка, выходи ко мне и проводи разминку перед классом. Так, ну давайте. А я чуть не понял, а где все? А я ведь говорила, что нужно увольняться из этой школы. Ужас просто, а не класс. Да, Мария Ивановна, полностью согласен с вами. Ой, а кто это тут? Эй, спасибо тебе за просмотр. Ты уже подписался на меня? Нет? Давай, я жду. Давай. И, кстати, если тебе понравилась эта рубрика, то ставь лайк. И если мы наберем 20 000 лайков, то я сниму вторую серию. Так что дерзайте, всем пока.